Максим Кононко знаменательное событие произошло. Вы считаете, что он его спест в игре связан с этим? Да? С рождением дочери? Ну, наверное, конечно, у каждого, наверное, мужчины, у которого рождается ребенок. Это эмоциональный положительный связь, который вылился в забитый мяч, потому что не последний мяч, который он забил, в этом чемпионате. Что команду он подарил? Мы видели какой-то пакет. После игры, после тренировки подойдет, и там откроет, посмотрит.